Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено профилактике глистов у птиц, канареек. Ну вот, можно и курям, наверное, давать, амандинам тоже. Сейчас покажу вам, как я разбавляю, что я разбавляю и пою птиц. Это вот мои, кстати говоря, волнистые. В этом году им будет весной год. Будем разводить еще, пробовать волнистых. Перед нами препарат, который называется, фирму не буду показывать, вот так как-то, руки в зеленке, альбазен 10%, разводится 1 кубик на 4 литра. У меня вот 5-литровая канистра, бутылка, я отлил немного воды, чтобы было удобно разбавлять. Значит, на 5-литровую надо будет кубик и 2 миллилитра. Сейчас наберу шприцом, покажу, как это разводится. Вот, пожалуйста, смотрите. На куб 4, то есть на 4 литра куб, а если 5 литров, то куб и 2 миллилитра. По консистенции оно как ряженка, что ли, как йогурт. Сейчас фокус попадется. Вот видите, как бы капля сама по себе не падает. Вот видите, какой он по консистенции. Ну, в воде растворяется он хорошо. Сейчас помоем там шприц. Все размешаем, добавим воды. Вот я размешал, видите, вода стала немножко мутная, и препарат вспенился. Сейчас долью воды до полного и будем пропаивать птицу. Вот, значит, препарат разведен в воде, все добавлено, вода. Можно приступать к пропойке птицы. Пропойка птицы заключается в том, что просто наливаете им в миску этой воды. В плане корма даете только в основном зерносмеси, все, не надо давать им морковку, пророщенку в эти дни. Пусть только кушают сухой корм и пьют воду. Эта процедура делается 2 дня подряд, затем через 2 недели повторяется снова 2 дня подряд. Первые 2 дня мы убиваем глиста, а через 2 недели мы убиваем, если яйца глиста там присутствовали, то они вывелись уже, и как бы окончательно очищаем птицу от глистов. Вот. Процедура простая, но полезная. Значит, запомните, это называется альбазен 10%. 1 кубик на 4 литра 2 дня. Если кто-то знает другие методы, пожалуйста, можете мне в комментариях написать. Может, у вас что-то лучше есть. Все, ребята, всем до свидания. Не забывайте подписываться на мой канал. Волнистики всем передают привет. До скорой встречи на моем канале. Вот такие у меня красивые волнистые. Хотел выключать камеру, но думаю, покажу вам красоту волнистых. Они как раз тут все собрались позировать. У меня их немного, 3 пары. Вот самые любопытные. Вот такие вот волнистые. Все, всем пока.